сегодня упражнение по рисованию комнаты под разными углами. Я вот себе приготовил небольшую схему, нарисовал предметы, которыми будет заполнена комната частично. И мы попробуем посмотреть на нее, то есть на комнату, с точки зрения пола, с потолка, может быть, с какой-нибудь полки, может быть, с кровати. Будем перемещаться по комнате и искать интересные ракурсы. Вот такое упражнение я себе придумал. Очень полезно для развития пространственного мышления.